под базой Б. Готов остановить этот выход. Хороший минус. Забрал. Надо кого-то там забирать. Ой, сейчас будет больно. В линию выстроились. Юж. Еще и нашел Лейкера в этом проеме. В общем, Роя врывается неплохо. Забирает одного противника. За плента пока что выживает. Но там бомба не поставлена. Роя дальше позатворил. Да, очередной раунд в большинстве проигрывают геймер Легион. Но здесь, конечно, та самая понимает, что Хампус — это опорник базы Б. Попытка сделать два минуса. Хампус! Вот на базу Tricky the Sport. Еще одна подсадка будет от игроков защиты. И Сьюж, я считаю, двоих убивает. 3 в 5. И вот позиция Сьюжа. Вот это переворот. Расти видит первого, видит второго, видит третьего. Хорошо залетает, но все же Хунда. К этому Tricky были готовы. Ну, Расти, конечно, это Кер будет за смоком. Ну и выстрелы от Хунды мы ждем. Шашлык! Пошла хаешка вдаль. Супра все никак не может найти фраг. На фане подключается Супра. В дым! 2 минуса в голову! 5-3 ситуация! 5-2, конечно же, простите! Нужно забирать этот раунд! Отличное начало! Сейчас Супра будет! Вроде как была идея в том, чтобы ослеп чел на длине. Ну и вот они хайлайты от Дзена. Отличная игра в целом от него. Финн здесь был хорош. Смог. И выкуривают стика, он получает молотов, начинает двигаться. Ну какая же это была халява! Нужна хелпа, хелпы не будет. Аксель один забирает от того второго. Бомба выпадает, есть, еще была возможность. Ребята из Гамбита не разделились. Это Аксель и Интерс. Аксель делает фраг. Маден, есть инфа по последнему игроку. Акселю нужно пушить, у него нет диффузов. И он проигрывает. И бежали по этому суициду. Теперь я понял, почему он называется суицид в упоре. Стика! Все продавили. Дальше продавили 3. Вот это ваншот. Супра почувствовал вкус СГшки стика. На фане десант в КТ. 2 минуса. Келели 1 против 3. Сумеет ли Гамбиты взять? Ну телом прикрыть. Просто станьте перед тиммейтом и прикройте его тело. Упал. Он убил диффузера. Диффузера убил. Вот это провал. Майкелели. Также есть молот у Майкелели. Тико перестреливает одного, перестреливает второго. Уже ситуация 2 в 2. Третьего! Маден дальше агрится, но уже чувствует силу. Майкель. Маден. Нет. И правый, и левый выход. Бэшка полетела с Тико. Забирает одного. Это было очень красиво. Дальше можно просто жить, потому что будет поддержка. Прыгает на него Хонден. В никуда абсолютно. Сьюж только его смог ликвидировать. О, не читался там Майкелеля за плентом. Он сделал минус 3 в 1. Ситуация. Сьюж должен погибать. Минута до конца. Но опять же сейчас очень быстро придет хелпай. Будет принимать длинный. Так, замечает одного второго. Хаед тоже довольно неплохая тут отлетит. Но опять же слишком быстрая команда. Tricky. Тот ушел за стенку. Смог под себя. И будет, наверное, попытка ниндзя-диффуза. Опять же выход у Тейкера. Нужен спрей. Там уже диффуз идет. Эйкер не туда. Маден упал на точке А. Это была попытка выйти на будку. Минус бомба. Сьюж погиб. Майкелели помогает против Бобски. Сейчас будет момент истины. Возможно. Первый минус пошел. Второй пошел. Дзен. Хорош. Откидывает флешку. Ошибка серьезная. Критическая от Дзена. На секретике. Просто соляру залил и все. Да. 2 и на 4. Ситуация 4. Тико! Тико может исправить все это дело. Он будет дальше на больших песках вместе со Сьюшем. Так. Хунден. Варки встречает с Кристаллом. И забирается бомба, но опять же там падает еще и Макелели. Хунден! По Зену тоже залетает через смог. Минус 3 уже в этой ситуации. Последний остался Маден с ВП. Нормально. Руками Хундена берется раунд. Маден зайдет сейчас в спины. Раскидывается точка. Ляпс. Минус 2. Эйкер падает и пытается выйти на размен Сьюж. Минус бомбский Маден. Что вообще творит? Зен. На маленьких песах Сико, минус бомба, и минус по второму, Бобски падает. На деле, потому что еще и отрезается смоком центр, Бобски играет на размене против Мадена, Сико, 2 минуса уже есть.